общем, бумеранги полная фигня, походу. В общем, весело бабушке. У нее вылезла вот такая вот редиска. Покажи. А на скейте кто-нибудь умеет? Ты умеешь на скейте? Да. Ну-ка, покажи. Тебе страшно? Конечно. Филь, ты что, хочешь пылить? Пылить. Бабушка, наверное, уже пыля. Ты что мне? Так вот. Ну, с Богом. Ё-моё. Всем привет! Привет-привет, и вы на канале Кефил Бойс. Наконец-то началось лето! Пацаны гостят у бабушки, а я сегодня им привезла вот такие бумеранги. Это очень дешевые бумеранги, они стоят где-то по 120, по 150 рублей. Я их купила в обычном магазине, в ленте. Вот, не знаю, давайте проверим вместе, будут ли они работать. Мама, пошли туда, там больше места. Пойдем, кто икает? Ты икаешь? Да. Нет. Филь, ты икаешь, что ли? Нет. Да-да, ты икаешь. Я не икаю, значит, кто-то икает. Ну, давай. Кстати, вы знаете вообще, что такое бумеранг? Да, да. Они должны крутиться и возвращаться к тебе. Да, обычно бумеранг, вроде как, если ты его запустишь, то он должен к тебе вернуться. Давайте вначале вот такой... А, вот они двух форм. Покажи. Вот у Филиппа вот такой вот, у Кирилла такой. Давай, пробуем запустить. Поехали. Так. Давай, только не через забор. Давай, поехали. Не вернулся. Давай, может, сильнее надо запустить? Давай, Филя, теперь ты. О! Но нет, не вернулся. Давайте я попробую запустить. Тут у нас такая корова. Ослик. Тут бабушка траву не косит. Столько травы наросло. Ну давай. Давай, теперь ты. Слушай, почти. Видел, почти вернулась. Надо сильнее запускать. О, Филя. Давай. Слушай, ну почти, да, я запущу? Сейчас бабушке картошку покосишь. Так, сейчас я запускаю. Просто нужно понять, какой стороной запускать. Или вот этой, или вот, наверное, вот так, да? Он так вот летит и так к тебе возвращается. Так, голову бережу. Сейчас я запущу. Итак. Ой. Кирюха, сгоняй, пожалуйста, соберись. Сейчас. Так, по грядкам бабушки только не ходим. Филь, давай ты. В общем, бумеранги полная фигня, походу. Он улетел в горох. Тут вот у бабушки лук, редис. Напишите, ребята, у кого есть бабушки, или, может быть, у кого-то есть сады, дачи, огороды, кто что выращивает. Так. Что у нас бабушка выращивает? Все. Все. Вот тут у нее редиска, горох. Клубника даже есть. Ну-ка, клубника. Ой, мама! Блин! Мама, не надо по грядкам в обуви вот так. Да, след от меня остался. Подумайте, что это Филипп. Почему такая маленькая ножка? Да. Так, что у нас тут еще есть? Морковка у бабушки. Клубника. Смотрите, уже даже ягоды созрели. По грядкам, чтобы не ходить. Смотрите, смотрите. У бабушки уже клубничка созрела. Вот. Кто любит клубничку, ставьте лайк. Как думаешь, если из грядки съем, можно или нет? Конечно. Филя чуть нас не прибил своим бумерангом. Филька, ты нас чуть не прибил своим бумерангом. Смотри, мам. Я, кстати, поняла, кто-то икает. Это икает Кирилл. Давай, запускай, Филь. Надо сильнее, повыше. Надо было с папой. Папа бы точно, мне кажется, смог запустить. Давай. Оп. Ой, по корове съездил. Мам, смотри. Давай. А я люблю клубничку. Скажу по секрету. Я уже сегодня покупала клубнику. Поэтому дети наелись. А я вот ем. Смотри. Самолет летит. Сейчас самолет такая. Ребята, напишите, кто-нибудь летом полетит отдыхать. Прям так близко самолет. Вот еще у бабушки картошка. Картошка. Он полетит в Турцию. Да, надеюсь, уже скоро дождемся. Так, это чеснок. Прокакал. Кто прокакал? Я. А, этот бумеранг? Да. Где? Могу я, конечно, перелезть через забор. Нет, там... он через забор перелетел. Блин. Могу? Ну все, считай все. Нет, перелазить не надо. Мы лучше потом там объедем и обойдем. Так, что еще есть? Жимолость. Как вы думаете, почему у Филиппа такой грязный рот? Что он ел? Жимолость ел. Смотрите, эта бабушка так вот закрывает,
чтобы птицы не склевали. Посмотрите, какие грозди. Видите? Мы уже собирали целое ведерко. Ой, это клубника, Кира, не дозрела. И грязная очень. Надо помыть и съесть. Давай, помою и съешь. Я показываю жимолость, какая у бабушки выросла. Смотрите, какая жирная, вкусная. Кто когда-нибудь ел жимолость, напишите. Ау. Я хотела жимолости поесть, Фир. Вот такая вот жимолость. Мама. Обожаю лето. А. У бабушки самая вкусная клубника. Ты съел? Да. У нее вылезла вот такая вот редиска. Смотри. Покажи. Пойдем. Где? Так, сейчас, кажется, виноград пообрубает. Смотри, мам, иди сюда. Иду. Смотри, если приглядеться и приглядеть под этот кустик. А, ну видно, да. Смотри, она той стороны. Вот, смотри, какая огроменная, видела? Я про нее и говорила. Да. Пойдем на другую сторону, там еще. Теперь мы все грядки бабушки истоптали. Пойдем. Особенно я в туфлях, это вообще смотри. Капец. Что? Загляни сюда. Здесь маленькая, да? Угу. А вот теперь загляни вот под этот. А, я вижу, он огромный. Кирилл, ты не потерялся бумеранг? Ну что, они летают, они фигня, не покупать такие. Покажи, мам. Сейчас что? Да он редиску показывал. Он вон, гигантская. Какая огромная, видишь? А еще у бабушки растет морковь. В общем, эти бумеранги за 100 с копейками рублей. Полная ерунда. Давай поближе, то не видно. Надо размах большой, может быть, еще сильнее бросать. Надо потом папу попросить, может, у него получится. Ну все, где-то здесь. А это вот яблочки. Вот они еще зеленые. Представляете, сколько будет яблок? Смотрите, как много. Ага. Че, потерял бумеранг? Да, а давай пойдем в теплицу, покажем, что у бабушки в теплице растет. Пошли. Если у бабушки растет в теплице. В теплице. Так. Огурцы. Тут хоть дорожка. Это огурцы такие. Да, у нас. Смотри, мам, вот. Кружок познавательности. Смотри, какие маленькие огурчики. Вот побольше огурец. А вот большие. Да. Мам, помнишь, что очень году... много огурцов. Помнишь, в том году у бабы Марины какие были огурцы? Какие? Вот такие. Да, огроменные. Вот помидоры. Кабачки. Где кабачки? Смотри, как кабачки были огурцы. Смотри, какой помидор. Ну да, огроменный. Мама, пойдем, я тебе покажу, что. Какой-то у нас сельхознавозный. Думали про бумеранги снять, а получилось сельхознавозное это. Нет, видео. Но... А, ага. Пойдем сюда. А тут, ага, тут баклажаны растут. Да. А Филипп у нас в этом году дома посадил арбуз. Только я не знаю, вырастет он или нет. Смотрите, баклажанчики вот уже. Баклажаны реально свои будут, прикольно. О, и зелень. Да, зелень. Так. Перчики. Давай выходи, здесь жарко. Да, в теплице очень жарко. Что? Вот, в общем, вот так вот у нас бабушка выращивает помидоры, огурцы. Чтобы растения лучше росли, надо жалкие. Филь, ты что, хочешь полить? Полить. Бабушка, наверное, уже полила. А-а-а, ты что мне? Филя, ты знаешь, Филя, что ты мне на ноги налил? А вот тут вот у пацанов стоит электросамокат. Ну, это, конечно, не наш. Да, это дядя Максима. Но я научился на третьей скорости кататься тоже. Да? А как он включается? Ну, наверное, здесь не покататься. Да, я на первую чуть-чуть могу. Здесь? Да. Ну, давай. Капельку дай. А что, сидя? А? Сидя? Ну, здесь же стульчик можно поднять. А-а-а. Ну, давай. Так, включаю. Сейчас. Тебе дядя Максим разрешает? А, все, поехал? Да, сейчас, подожди, надо разобраться через... Вот, напрямую сейчас выйдем. Давай, только не воткнись никуда. И а вот. Посмотри на скорость. А что он такой маленькой скорости? Это первая тапка. А, вот, все понятно. На третьей там вообще... Да? Здесь в космос можно. Да? Ну давай еще раз отсюда туда. А еще вчера ты катался на гироскутере? Да. А он где? Он в гараже. А, он разряженный? А, да. А Филипп не умеет на гироскутере? Нет, только Кирюха умеет. Ну, давай. Очень весело, бабушки. Нашли все-таки этот... Как он называется? Гироскутер? Да. Вот. Филька, тебе тоже надо... Филя, тебе тоже надо научиться кататься на гироскутере.
Check the mic and make sure it sound right, boys. Да, попробуй, что ты? Смотри, Фрик, смотри. Ты так, ну-ка, давай, только держи. Давай. Тихо, осторожнее. Подожди. Давай. Встаешь. Смотри, встаешь. Вот на эти две штуки. Смотри, вот так это вперед. Если ты, смотри, носочками надавливаешь, и он едет. Назад, пятками надавливаешь, и он едет. Угу. Когда, если хочешь повернуть его сюда, он туда, надавливаешь на эту ногу. И он поворачивает. А, ну все, я понял. Сейчас я тебя выйду напрямую. А, меня не затопчи. Вот у меня туфли так уже облиты грязью в теплице, натоптанные башмаки грязью. Давай. Так, давай. Спокойно. Равновесие. Так, все получится. Вперед ножки сделай и поедешь. Давай. Не боись. Не бойся. Давай. Тебе страшно? Ты ноги не сгибай, ты же не на коньках. Вот. Филипп, давай я покажу. Ну, у него хорошо получается, надо немножко приноровиться, и все. Кирилл, это вообще уже получается классно. Вот, давай теперь, вот. Все, давай сюда, вперед. Ты не толкайся, ты не отталкивайся, а просто немножко наклоняйся вперед. И поехал, давай, вперед, наклоняйся. Вот. Надо просто почувствовать. Вот, красава, все. Так, ну вот, считай, практически получается. Сейчас пусть он повернет. Получится у него повернуть? Не очень получается. Давай еще ко мне. Ну, сейчас ты-то быстро поедешь. Давай. Вообще. Для первого раза. Ну, Кирюха уже профи. Вообще-то я уже домой хотела. Дайте мне попробовать. Дадите? Хорошо, но я только там буду, где это... Ровно? Где ровно и деревьев нет. Проедь прямую, маме дай, ладно? Да, проезжай прямую. Так, осторожно. Филя как на коньках сгибает ноги. Вот. Все, маме, стоп. Слезай. Вот интересно, я смогу на в каблуках или лучше их снять? Лучше снять. Ты думаешь? Да. Ты упадешь сюда. Да я поаккуратнее. Да не, мам. Дома ноги помоешь. Приехала в деревню. Вначале все загрязнили, теперь разрушили. Филипп, а он будет... Не надо, не, руками не надо, понял? Где маме руки? Так, давайте. Так, вот. Ну, с Богом. Так. Ё-моё. Не бойся, он не поедет, и если одна нога. Ага. Да, дай мне руку. Как это тебе? Дай мне вторую руку. Так. Мама. О. Давай. Попробуй присесть, попробуй, а теперь повернись. А, все, я, кажется, поняла. Можно я, мам? Тебе страшно? Конечно. Что, серьезно? Ну, конечно. Смотри, мне кажется, чуть-чуть получается. О, конечно. Самокат. Что, это... Самокат, это скейт. Все, держи меня. Нажимай. А что он запищал? Ничего. Батарейка разрядилась, наверное. Филипп, слезь. Так, подожди. Надо его выключить и включить, чтобы он не... А на скейте кто-нибудь умеет? Тихо. Ты умеешь на скейте? Да. Ну-ка, покажи. Так, мне надо обуться. Так, надо разгоняться двумя. Надо на дороге, а не здесь. На улице, вернее. Все-таки летом хорошо, когда тепло. Вон, наверное, батарея садится, поэтому он пищит. Ну все, говорим ребятам, пока-пока. Пока-пока и до новых встреч. И пишите, чем вы занимаетесь летом. Какие у вас... Чуть не упала в кусты. Какие у вас развлечения, что вы делаете, что вы едите вкусного, ягоды, фрукты. Так, все, не ругаемся. Какие у вас есть развлечения, самокаты, велосипеды, не знаю, гироскутеры, на чем вы катаетесь? Гироскутер это круто? Да. Ну все, большие пока-пока, ребята. Пока-пока.